Всем привет, дорогие подписчики PlayStation 4 Xbox One Russia. С вами Илья и... И Санек. Всем привет. Сейчас мы будем покупать билеты на BlizzCon. Как вы знаете, он проходит 3-4 ноября. И мы будем для вас, для наших дорогих подписчиков, освещать это данное событие прекрасно. Мы сейчас приобретем этот билет, и вы можете 3-4 числа зайти на наш канал. И обязательно ставьте колокольчики, да, чтобы не пропустить трансляцию. Начнется в 7 часов вечера. Нет, подожди, церемония открытия будет в 7 часов вечера. Ну, открытие, конечно. А трансляцию мы чуть-чуть раньше начнем. Ну, раньше, наверное. Да, на час, чтобы все успели прийти. Да, для того, чтобы... Заварить себе кофейку-чайку. Да. Вот, и смотреть это замечательное событие вместе с нами. Мы будем также, ну, комментарии какие-то, естественно, есть какие-то знаковые события. Я сам являюсь вот игроком Overwatch, да, вот на PlayStation 4, вы знаете, он выходил на компьютере. А я играю в StarCraft, в Hearthstone. Да, и нам, кстати, очень интересно будет состязание в Hearthstone, Overwatch, мы будем обязательно следить за этим, я буду болеть за команды. А Александр... Я за Павла, наверное, за... в Hearthstone буду болеть. Вот, StarCraft еще посмотрим. И, естественно, да. Анонсы, самое важное, это анонсы, которые будет Blizzard озвучивать, да, развитие Overwatch, развитие StarCraft, развитие Hearthstone, что они для нас интересного приготовили, какие-то сюрпризы, возможно. Все это мы узнаем с вами вместе, 3-4 числа. Ну да. А сейчас давайте... Купим этот волшебный билет, пропуск. Да, и не забудьте поставить будильники, напоминания о том, что трансляция начнется, подписаться, поставить колокольчик, чтобы вам пришло оповещение, когда мы начнем трансляцию. Сейчас ну, давайте что? Заметную да. клавишу нажмем, Pay Now, и нужен CVC-код, и все, отлично. Все, ребята, мы это сделали. Вот, смс-ка пришла. Покупка совершена, все. У нас куплен билет виртуальный на BlizzCon 2017, и у меня такое предчувствие, что будет очень интересно. И ожидайте нашу трансляцию, прямое включение 3 числа. Да, вот, подписывайтесь. Что, возьмите выходные на этот день, да. Отпроситесь с работы. Да, пораньше. Вы должны уже быть готовы, то что в 6 часов вечера по московскому времени трансляция 3 ноября начнется. И она будет идти 2 дня, будут включения. Мы вам все покажем, расскажем, мнение свое расскажем. Ну, мнение вообще, в принципе, 4 числа в конце у нас отдельное видео, такое резюмирующее выйдет, о новинках, что было сказано на BlizzCon. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии. До новых встреч. Да, до встречи 3 числа. Еще раз не забудьте, в 6 часов вечера, чтобы вы уже были у компьютеров, ребята, и на нашем канале.